Всем привет, дорогие подписчики канала Marvel Fetch Incorporated, Вескер с вами на связи, но это Shadow of Tomb Raider, Лара Крофт, расхитительница гробниц, в прямом эфире из Пайтити. И сегодня мы с вами уже беремся полноценно за сюжет и будем с вами двигаться. Я только не понимаю вот эту дорожку. Вот она ведет, но непонятно куда. Хотя я полагаю, что, скорее всего, проход вот здесь. Нам нужно будет потом выход сюда. Давайте сейчас быстренько вот сюда. А, там же было заблокировано, точно. Здесь же подъем наверх. А там было закрыто, да-да-да, все вспомнил. Значит, тогда у нас сейчас сегодня получается... это под землей тоже. Там под землей, тут под землей, там под землей. Сюда не пойдешь пока что, там закрыто. Покататься на лианах, на то в городской среде, опять же, пока ее найдешь. Ладно, идем сейчас тогда по сюжету. О, я заберу. Прогуляемся, подышим свежим сюжетным воздухом. То реально, бегать, ну то реально уже много все изучили. Сейчас пора уже и честь знать, как говорится. Мне, если что, сейчас час ночи. Ну, час 44. Ну, почему бы нет? Ладно, идемте по сюжету. Давно пора. Привет, воины, идем по сюжету. Привет, русы, идем по сюжету. Теперь только сюда. Что там у них за столпотворение? Хакан! Что это? Сектанты, ждущие явления божества. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Да. Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Преобразить мир? Что? Я помню эти слова. Вот он! Дайте угадаю. Да. Кто его не узнал? Познакомьтесь. Я знаю его. Ага, тоже знала. Это доктор Домингес. Узрите! Орудие нашего единства и спасения! Скоро наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! А почему на английском говоришь, а не на их языке? Они уже зовут его Кукулькан. Но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его. Чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед! Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Я знаю Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Последний было лишнее. Смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно! Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Mm.
Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Иди с Эцли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Так, куда он ушел? Иона, можешь говорить? Ага, мы с Сучи разбили лагерь, все хорошо. Суча. Доминги здесь. Он предводитель секты Кукулькана. Унурату борется против них. Что? Он здесь уже не первый год. Тринити контролирует Пайтити. О. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Так, идёмте. А, то есть сюда я зайти все равно пока не могу, да? Ладно, идемте в задницу змея. А я думал, дадут. Там на мосток хотелось бы перейти. Мне люди не дадут. Естественная преграда. Моя жена очень больна, как и многие другие. Это чужаки принесли болезнь. Кто-то должен что-то сделать. Ну, медикаменты как бы, да, согласен. Наши заболевания для изолированных цивилизаций очень опасны. Это, знаете, вот... Какую бы аналогию правильно сделать бы? Вот, к примеру, Африка. Все прекрасно знают, какая там ужасная беда с половыми болезнями. Ну, прирочный с половым путем. Но при этом их хорошо лечат в странах, где эти болезни уже, ну, плюс-минус неплохо научились лечить. А в других вот не получается такое грамотно делать. Да, дуляк-камбука. Да, Кукулькану Бекки. На хулях. Что тут у нас? Где моя мама? Улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там? Снаружи Пайтити. Плотненький, ну, толстенький. Снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотни Пайтити. Вот именно. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. Да, она меня сказнит за это. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна. На рисовые поля. Там могут быть сектанты. Прекрасно. А чего бы и нет? О! Новая птичка. О, здрасте. Рост населения и отсутствие городского планирования создали множество проблем. Земледельцы вырубали джунгли, чтобы засеивать плодородные земли по берегам рек. Это привело к страшному потопу после первых же сильных дождей. Охотники истребили всю дичь в окрестностях, и теперь за ней приходилось уходить все дальше. Несколько групп, каждая из которых мечтала взять власть в поселении в свои руки, яростно спорили о том, как решить эти проблемы. В общем, базовые проблемы создания цивилизации. Это везде такое происходило. Безграмотное, неумелое управление. Оно всегда было, есть и будет. Основание Пайтити. Походу по сбору документов я... Так, еще одна птица. Заметил. Так. О, здрасте. Домингес.
Мне как бы... О, вот это мне надо. А, нет. Мне издалека показалось, будто это рюкзак исследователя. Должно быть, когда-то это было грозное оружие. Если оно в таком состоянии, то, скорее всего, его невероятно часто пускали в ход. И, судя по кровавым пятнам, это уже произошло. Да. БДСМ-плёточка а-ля латиноамериканский стайл. Красиво. Нет, реально красиво сделано, инкрустировано. Я проверяю на наличие... О, дверка. Отлично. Так. Ой. О, грибочки. Меня даже немножко подседает, ребят. А у меня специально настроено так, чтобы вообще не лагала запись. То есть то, что вы сейчас видите, вижу я. Немножко проседать начинает. Но тут прогружается новая локация. Ну-ка, где мы сейчас с вами находимся, примерно, чтобы понимать? Ну да, идем по пути. В задницу мира. Отсюда, скорее всего, выйдем вот здесь. Фу, но с бросками-то проблем не будет. Вот. Мне туда, значит, пока пойдем сюда. О! Здрасте. О! О! Куда-то я не туда свернул. Да, у меня тоже сейчас проседает, ребята, причем жутко. Закрыто. Ага. Реально проседает очень жутко. Пайтити стал для меня полнейшей неожиданностью. Народ, его история, все, что они пережили и кем стали сегодня. Их послушать Такамару, Домингес, Кукулькан радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Все правильно. И мы тебе поможем с этим, Ларуси. Везде, где нужен был один навык, я уже везде поставил, да? Ну ладно, проблем нет. Давайте-то поулучшаем. То, что реально здесь проседает, вот тут начинается какая-то проблема с оптимизацией. Сюда. От Лопеса не было вестей, и кое-кто в руководстве начал в нем сомневаться. Наш отряд отправился на юг на разведку. Вперед мы послали туземцев. Мы подозревали, что местные жители могли убить Лопеса, как только он прибыл в город. Туземцы вернулись и сообщили, что в городе мор. Мы быстро составили план, чтобы воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Какими? Ну, это обратный путь. Начнем сюда. Тут очень много источников света.
кажется, здесь изображена Унрату, возглавляющая группу мятежников, на фоне почти полного солнечного затмения. Так, вот тут, да, пахнет смертью. Ну и вонь. Осторожно. Вот про это место Эцли и говорил. Сейчас провалишься, осторожно. Так, и как мне тут быть? Спокойно, Лара, без нервов. Вот так. Меня сейчас тошнит. Это сюда они, что ли? Вот так вот. Пусть уж вниз идет до конца. Буквально еще и челюсти ломают им. Так, спуск по веревке. Нажмите LT, чтобы спуститься по веревке. Давай, залезай. Давай. Ой. Так, не спеши. Да, тут всего лишь уже старые черепа. Ничего страшного. Кошмар, да это камера смерти, это камера пыток какая-то. Зацеп за уступ, бросьте ледоруб в прыжке, нажмите их, чтобы зацепиться на дальний уступ. Давай. У тебя все получится. Да, у тебя все получится. Давай. Оп, аккуратно. Ритуальное жертвоприношение. Давай посмотрим. Точно ритуальное. Вроде уже давно он завершен. Ну ладно. Так, я ничего не упустил по дороге сюда. Нет. В общем, большая яма с трупами. Спокойно. Будет плохо, если упадем сразу туда. Я не понял, куда прыгать. Получается, мне нужно было вниз, что ли, прыгать? Ну, в принципе, да, там же уступ. Но там, с другой стороны, был проход. Но вряд ли я полезу в самое пекло-то. Я думаю, Лара не глупая. Собирай, изучай артефакты, чтобы повысить свои знания. Да. Сюда.
А, нет, не сюда. Блеск. Блеск. Так, ну это ворота закрыты. Идем здесь. Выбора у меня нет. Да, теперь поиграем в Индиана Джонс 4. Королевство хрустального черепа. Ну, в принципе, чем бы нет. Главное, чтобы чисто огромный кусок каменной плиты до нас не упал. Да, Улимута. Это один из мятежников? Наверное. Где-то здесь должен быть вход. Входы есть, проходов нет. Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Да. Да, сюда. Запах все усиливается. Чрево змея. Мы что, получается, по кишечникам идем? Лара, как ты там? Дерьмово, а Иона, у тебя? Я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю сучью тату. Тату? Да, ты видела тату Нурату? Mm-hmm. На ней цапля и затмение. Возможно, это как-то связано с серебряным ловцом. Сомневаюсь. Цапля и затмение, семейный герб Нурату. Бездна. И широкое поле. Сейчас с Домингесом, небось, встретимся. Другого выхода нет. Ну ладно. Надо сжечь преграду. Сожжем. Давай сначала все изучим, что здесь есть. Нужно как-то сжечь эту преграду. Успокойся, Лара. Все тебе сжигать бы только. Одинокий умиротворенный человек. Похоже, он чего-то ждет. Ну вот, видишь. Нужно как-то сжечь эту преграду. Немного нефти. Тут нефть и кровь. Ага. Если эта нефть горит... Определенно горит, Лара, определенно горит. Вот так. Остался один вопрос. Как это все потушить? Путь свободен. Надо идти дальше. А, оно само тухнет. Мило. Так, давай. О, какой яркий свет. Это что, зал для кровопускания? Ну, походу, да. Причем заброшенный, видимо. Преграда. Как же повернуть второе колесо? Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти каналы. Вот до чего религия доводит. Надо выровнять каналы.
Надо. Черт, потекло не туда. Надо выровнять каналы. Теперь-то потечет куда надо. Доминкис вроде бы здесь как бы родился, как сказали. Вообще, кстати, реально удивило. Но с другой стороны, это много чего объясняет. Почему он так легко втерялся в доверие? Почему Стридер работает? Откуда он все это знает? Почему он так спокойно ко всему относится? Надо выровнять каналы. То есть я не выровнял? Так, да, вот этот стал как надо. На всякий случай. Этот пойдет сюда, потечет сюда. Нам нужно крайнее.
На всякий случай, пусть будут закрепленными. Надо выровнять каналы. О! Сокровища всегда везде найдутся. Если уметь надо выискивать. Каналы. Сговорить при этом человек, который надеется навсегда на выделение что-нибудь в этой игре. Я адаптировался к этому, что поделаешь. Надо выровнять каналы. Они выровнены. Выровнено. Все выровнено. А теперь искать ларец. Он не здесь. Он выше будет. Так, потыкаем, потычкаем. Змея. Вот что они нашли, Тринити. Стоп, стоп, стоп! А изучить местность... Кстати, вот это место я помню. Давай уже, покажи нам Домингеса. Немножко что-то тормозит. Эцли. Прячься. Вот этот мелкий бунтарь. Эцли! Вот она! Хватай! Так, спасаем мальчонку. Дороги! Прочь, дороги! Мимо! Давай, 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 Ларуся! О, вот это гонка! А, это местный пропагандон. О! Хранилище с золотом. Я думал, когда я сюда провалюсь? Пассажир, оказывается, надо провалить. Да-да-да-да, мы тут были. Это место мы знаем. Где мое золото? Поздно. Я его забрал. Эй, Лара, вернись, если можешь. Учух хочет кое о чем тебя попросить. Наверное, об услуге. Хорошо, я вернусь, как только смогу. Вон и Ебунату. Так.
На данный момент у меня вот этот стоит. Но все остальное просто меркнет по сравнению с этим прекрасным пистолетом. О, никогда не видела Учу таким злым. Учу? Что случилось? Не хочу сплетничать, но они с Кобилом повздорили. Говорили тихо, но я видела, что их прямо распирает от злости. И как, о каком секретике речь? Ничего нету. А, это, видимо, секрет, который я должен был найти, поговорив. Ну, меня, наверное, навряд ли пропустят. Сейчас мне как бы к Кёне надо. Ну, давайте я здесь сначала пройдусь. Привет, Кукулькана. Можно? Нет, мы тебя убивать не будем, только полапаем. Извини, сюда нельзя. А ведь предыдущие твои коллеги меня пытались зарезать. Сразу видно, не все за Кукулькан. А вот доступное задание можно выполнить. Пройдем пешочком. Подышим свежим воздухом. И на рынок заглянем. Нужны припасы? Нужны. Здравствуй. Боги нам благоволят. Спасибо. Я буду тебя ждать. Да, я вот твой постоянный клиент. Здравствуй. Взгляни, что у меня есть. Я всегда к твоим услугам. Надеюсь. Сегодня, походу, эпизод у нас будет короткий. Но такой познавательный. Вот это, кстати, любопытно. Я не обращал внимания вот на это. И можно было бы не обращать. Обычный подъем. Местные силосные башни. Так. Нет места. Ничего не могу взять. Извиняюсь. Уже реально немножко устал. С помощью таких камней мезоамериканские народы мололи зерно и семена. Унурату беспокоится за Эцли. Нужно сказать ей, что его схватили.
Ага. А потом нас за это четвертуют. Унурату! Эцли схватили. Знаю. Они держат его в казарме. Думаем, как его освободить. Я хотела помочь, прости. Он боец. Что это? Змеиная какашка. Кажется, это вещь из горного храма. Он примыкает туда, где его держит. К ларцу и щель ведь можно попасть из казармы. Поэтому сектанты захватили храм. Там много охраны. Нам нужно будет действовать тонко, тихо. Есть обходной путь. Был один у соляной шахты, но почти обвалился. Там опасно. Может, у меня получится? Да, она худая. Возможно. Ты уже достойно себя показала. Спасибо. Последний раз я была там в детстве. Но, насколько я помню, казармы во внутренней крепости. Если я проберусь в обход, я расчищу путь и впущу вас. Мы вызволим Эцли и пойдем за ларцом. Я займусь сыном. Ты иди за ларцом. Серьезно? Вы в этом уверены, мэм? А мало ли мы устроим конец света опять? Она на это способна, она это уже делала. Ладно, Есть минутка? Есть. Подойди, как освободишься. Мы с Учо разговаривали, Сину. Учо, что тебя беспокоит? День коронации Эцли приближается. Скоро он станет мужчиной и начнет свой путь становления королем Пайтити. Этот день обещает быть просто чудесным. Мы сражаемся с Амару и его сектантами в надежде на этот день. Иногда нам всем нужно вспомнить, за что мы сражаемся. Я могу чем-нибудь помочь? Когда отец Эцли Сайри погиб, Унурату оказала мне большую честь, попросив взять на себя его обязанности. Одна из них — собрать 3 священных предмета для церемонии, но... Но столько всего происходит, что ты этому не рад. Что за предметы? Это амулет Спасителя, лук Победителя и рог Короля. Каждый предмет несет в себе благословение предков. Скажи, что нужно, я сделаю, что смогу. Я уже отправил людей за амулетом и луком, но если бы ты могла найти Кабила, ремесленника, и забрать у него рог Короля, мы были бы тебе очень признательны. С ним нелегко, я отправил к нему уже 2 и ничего. Вдруг ты сможешь? Поговори с его женой. Думаю, я с этим справлюсь. Будь осторожна, у Кабила тяжелый характер. Его жена Абра как-то с ним справляется. Ну, она знает парочку фокусов. Спасибо еще раз, Лара. Это очень много значит для будущего Пайтити. Да, знаем. А пока как раз 45. Говоря, что хочу поддержать Унурату, я имела в виду совсем другое. Эцли крепкий парень. Да, он воин, знаю. Все равно ужасно. Борьба с сектой — сущий кошмар. Поверь мне, Учо спокойно вступит с ними в бой. Все? У нас 2 науков с вами есть, давайте сейчас определимся. Ну, сейчас теперь мудрость совы лучше, конечно бы. Хотя, с другой стороны, и совиное зрение. Начнем движение. Дитя джунглей. Хотя вот это, наносимому противнику на короткое время после лечения. Повышено сопротивление урону. Наносимые противниками. Вот это давайте. Вот сейчас это реально надо. Меня в последнее время очень сильно коцкают. Вот так вот.
Ну, это на производство. Ну, а все остальное у нас нормально. Ну и прекрасно, да. Что ж, ребят, давайте на этом с вами сегодня закончим. Надеюсь, что вам понравился сегодняшний эпизод. Обязательно напишите комментарий. Больше 4 слов, почему-то все советуют. Потому что, ну, чтобы YouTube это продвигал. Ну, я, кстати, заметил, что ролики и шортсы, где пишут много комментариев, плюс сочетание с лайками, реально помогают YouTube алгоритму продвигать это. Так что буду очень признателен, ребят, если напишите 4 и более слова в комментарии. Там, привет, я в телеке и так далее. Ну, что захотите. Только в рамках цензуры, конечно, никакого мата. Тут даже не я, а здесь сейчас сам YouTube среагирует, вас уберет. Так зачем лишний раз? Лучше что-то приятное. Ну, конечно же, с вами был Вескер, Umbrella Touching. Посмотрите наши другие игры по Лари Крофт. Ссылочки на все плейлисты в описании вы найдете. И приятного просмотра. Доброго всем дня и удачи!